Господин Миллер, госсекретарь Керри, только что вы снова сказали, что никакие задержки недопустимы, так? Нет, но понятно, что потребуется какое-то время на принятие необходимых решений. Но нужно просто посмотреть, насколько реалистично это продвижение. Если оно реалистично, то им можно заниматься. Но Сенат уже принял решение об отсрочке, потому что они не голосуют. Вы же знаете, почему. Нет, не знаю. А я знаю. Ну, хорошо, но я рад за вас, что вы знаете. Мы сейчас не обсуждаем какие-то политические, внутриполитические дрязги. Нет, это не внутриполитический вопрос, это истина, это правда. У них недостаточно голосов. Почитайте любую газету американскую, и вы поймете, в чем там дело. Ну, хорошо, как я вам только что сказал, у меня нет такой уверенности, как у вас. Так что же, Конгресс, Палата представителей должна проводить голосование? У нас сейчас идет дискуссия в рамках... Так, вы хотите заниматься какими-то внутриполитическими дрязгами и решать серьезные политические вопросы? Речь идет о том, чтобы ограничить использование химического оружия. Если вы из-за внутриполитических соображений намерены подрывать этот процесс, господин председатель, пожалуйста, попросите докладчиков в своих ответах ограничиваться теми вопросами, которые им задаются. Господин секретарь, пожалуйста, объясните нам, что это за крайне ограниченный удар? Значит, не так, как в Ираке, не так, как в Иране, это значит не война на годы. Я просто пытался показать. И опять-таки, если вы хотите, если вы посмотрите на контекст, я имел в виду, что это будут серьезные меры, и режим Асада почувствует на себе последствия этого удара, но по сравнению с Ираком, с Косово, с Ливией, это будет ограниченная военная операция. Она будет несопоставима по масштабам с предыдущими. Те меры, которые предлагаю я, которые предлагают вооруженные силы, и президент, это будет серьезный ощутимый удар, который подорвет возможность Асада по использованию химического оружия. Но это будет не то, что было в Ираке или в Афганистане. Это будет нечто меньшего масштаба. Химическое оружие угрожает Соединенным Штатам, стабильности на Ближнем Востоке. А может быть, нам тогда нанести удары по Северной Корее заодно тоже? Потому что у них... Ведь у Северной Кореи арсенал побольше, чем у Сирии. Да, у них один из самых больших арсеналов в мире. И в настоящее время мы предпринимаем серьезные усилия, работаем вместе с китайскими коллегами в этом направлении. По указанию президента я недавно был в Китае. Вы что, не хотите задавать вопросы, а ответы слушать не хотите? I'm trying to give you an answer. This is not the Senate. We do not filibuster. Это не Сенат. У нас здесь нет филибастеров. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Has Assad attacked any of our allies? Асад нападал ли на кого-либо из наших союзников? Not to my knowledge. Насколько я знаю, нет. To anybody at this desk, whose side are we on? На чьей стороне мы выступаем? Вы что имеете в виду? Я имею в виду Сирию, господин госсекретарь. Мы поддерживаем оппозицию. Какую оппозицию? Мы поддерживаем умеренную оппозицию, свободную сирийскую армию. Только что вы сказали, что Конгресс выступил в поддержку работы с сирийской оппозицией. Да, мы помогаем сирийской оппозиции. Вы сказали, что Конгресс за это проголосовал, так или нет? Да, я говорил о том, что Конгресс... Позвольте мне четко заявить о том, что я голосовал против этого. Да, я участвовал в этом голосовании. Я голосовал против этого. Хорошо, давайте это учтем. Хорошо.